устали от матриц, хайпов, пирамид, столов, стульев, звезд и так далее, тогда это видео для вас. Приветствую, меня зовут Ольга Барабанова. Я зарабатываю деньги в современном сетевом бизнесе при помощи интернет. Помогаю людям из разных городов, из разных стран реализовать их мечты, прийти к финансовой свободе, работая несколько часов при помощи компьютера, создавая действительно надежный, устойчивый бизнес. И если у тебя назрела такая же потребность, если ты хочешь создать действительно устойчивый бизнес, то это видео для тебя. Я сейчас не понаслышке знаю, что и раньше людям было интересно начать зарабатывать при помощи интернет, и сейчас ситуация в мире сложилась так, что все больше людей обращают внимание на интернет-возможности. Кто-то думает, что здесь пришел, зарегистрировался, ничего не делаешь, деньги тебе капают, и, к сожалению, эти люди теряют самое ценное, что у них есть, это время, участвуя в различных кранах и так дальше. Другие люди верят в красивые сказки, которые очень похожи на сказки о золотом ключике и Буратино, которые думают, что можно закопать 5 золотых и завтра прийти раскопать миллион. На самом деле это, конечно же, не так. И что происходит в результате? Человек вступает в все новое и новое поле чудес, инвестируя новые и новые суммы, пусть это и небольшие суммы, но в результате мы сталкиваемся все чаще с людьми, которые говорят, что у меня сейчас денег нет, потому что я вчера их вложил в очередную матрицу и завтра зашел, а такого сайта больше не существует. То есть, если вы также столкнулись, знайте, что вы, конечно же, не одиноки, таких людей очень много. Единственное, если вы от этого устали, если вы готовы действительно рассмотреть возможность создать надежный, устойчивый бизнес, понятно, что любой бизнес – это риск, но нужно рассматривать именно бизнесы, а не различные однодневные проекты, в которые многие люди попадают по незнанию, неопытности и еще и нежеланию обучаться. Итак, сегодня я вам предлагаю рассмотреть возможность партнерства с компанией, которая на сегодняшний момент уже 9 лет находится на мировом международном бизнес-рынке. Это компания, которая действительно несет ценность людям. И это компания, которая позволяет действительно зарабатывать хорошие деньги. Знаете, когда я увидела эту возможность, я ее рассмотрела, естественно, для себя, так как я тоже не так давно искала для себя новое направление, которое я бы взяла для себя и, соответственно, могла бы помочь другим людям также начать хорошо зарабатывать. Так вот, я когда увидела финансовые возможности, которые открываются для нас с вами в этом бизнесе, у меня был такой приятный шок, потому что я поняла, что здесь денег платят как, ну, как в пирамидах. Но здесь человек за свои деньги, которые он платит, он получает действительно ценный, полезный для себя продукт. То есть здесь мы не платим деньги просто так, просто потому что мы их куда-то инвестируем или еще под различные завуалированные схемы, которые обещают нам через время обогащение. Здесь для того, чтобы начать зарабатывать, в первую очередь вам нужно самому попробовать продукт. Компания является производителем продукции для здоровья, для красоты, для омоложения, для спорта, для коррекции веса. То есть то, что нужно практически каждому человеку, а в сегодняшней ситуации так действительно каждому человеку. Все больше людей сейчас задумались о том, что нужно укреплять свое здоровье, чтобы его потом не восстанавливать. Итак, какие преимущества вы получаете по сравнению с тем, где вы до недавнего времени находились? Во-первых, вы отдаете людям и приобретаете для себя настоящую пользу. Второе, вы получаете действительно бизнес, который, ну вот знаете, чувствуешь гордость за то, что ты являешься частью этого бизнеса. Соответственно, ты можешь его вести открыто, не прячась за какими-то аватарками в виде цветочков, с каких-то фейковых страничек. Люди, насколько я просто вижу и знаю, что люди, когда участвуют в различных матрицах, они скрывают свои лица, они не ведут эти бизнесы, это даже не бизнесы, эти проекты не ведут от своего имени, потому что догадываются, что те люди, которые придут после них, они имеют
большую вероятность того, что деньги будут утеряны. То есть здесь вы ведете бизнес открыто, прозрачно и, так сказать, с гордостью. А это, в свою очередь, приводит к доверию к вам, потому что вы показываете себя, показываете свои результаты и, соответственно, таким образом у вас формируется доверие с людьми, и люди также вместе с вами начинают развиваться. И тут наверняка у тебя возникает вопрос: я не особо привык работать с продуктом, я никогда не работал, я не знаю, как кому что нужно предлагать. На самом деле, если тебе привычнее работать с точки зрения бизнес-возможностей, если ты до этого работал с людьми и показывал им возможность заработка, увеличения дохода, то в принципе тебе меняться не нужно. Здесь как раз точно так же ты можешь предоставлять людям возможность улучшить финансовое состояние, начать бизнес, но только действительно бизнес, а не какой-то хайп, который закрывается до того, когда люди начинают там зарабатывать. Вот, поэтому есть два варианта. Мы работаем либо с продвижением бизнес-возможностей, либо с продвижением самого продукта для улучшения качества жизни человека. Теперь давай посмотрим, как и сколько можно начать зарабатывать. Со старта, став представителем компании, ты получаешь 30% скидку. И, соответственно, ты можешь зарабатывать на вот этой разнице от розницы. То есть, если, допустим, в традиционном бизнесе, в линейном бизнесе ты открываешь магазин, ты приобретаешь себе продукт по оптовой цене и продаешь его по розничной цене. Вот эта вот разница, маржа, это то, что ты зарабатываешь. Здесь тебе не нужно приобретать продукт для того, чтобы его перепродавать. Ты, став представителем компании, сразу получаешь 30% скидку. И, соответственно, если по твоей рекомендации человек хочет приобрести продукт, по твоей рекомендации он узнал о этой продукции в интернете, то человек напрямую приобретает продукт в компании, тебе не нужно заниматься пересылками, границами, какими-то сертификациями, доставками, упаковками. Все эти вопросы компания, естественно, взяла на себя. Вот эти разницы 30% ты можешь зарабатывать от розницы. Дальше. Если по твоей рекомендации присоединяются люди в твою организацию, в твою команду, то ты можешь зарабатывать от 15 до 30% в зависимости от того, с какого стартового пакета ты стартовал. 15, 20, 25, либо 30% за регистрацию, за то, что ты помогаешь людям также рассмотреть возможности начать зарабатывать в твоей команде, в нашей организации. Следующее, что очень интересно, это то, что компания на сегодняшний момент является международной, она работает более чем в 35 странах, и, соответственно, в этих странах проходят огромные обороты, сейчас мы эти цифры также рассмотрим, но сейчас уже хочу сказать, что у тебя есть возможность получать процент от глобального оборота. То есть весь оборот, который происходит в компании, ты можешь получать процент от этого оборота. И что очень важно, что вот этот оборот мировой, он показывает сейчас стабильный рост. То есть на протяжении уже 9 лет компания стабильно развивается, у нее идут стабильный рост оборота, и по прогнозам аналитиков в ближайшие 10 лет те ниши, в которых работает компания, также в них предсказывают рост. Поэтому, соответственно, ты можешь сейчас начать бизнес в тех нишах, которые находятся в тренде уже сейчас, и в этих нишах прогнозируется рост на ближайшие 5-10 лет. Теперь давай я вкратце покажу тебе цифры относительно компании, чтобы ты понимал, насколько это действительно мощный стратегический партнер, и после этого вкратце также покажу, какие возможности открываются для тебя, как для представителя компании. Итак, как я уже сказала, компания на мировом рынке находится уже 9+, то есть более 9 лет на мировом рынке, на международном рынке, работает официально. Товарооборот компании составил уже более 1 миллиарда долларов. Компания своим представителям выплачивает 50%, то есть это полноправное партнерство.
и, соответственно, уже выплачено партнерам более 500 миллионов долларов. Было проведено независимое голосование на таком независимом источнике, как Business for Home, и, соответственно, было определено, что маркетинг-план компании, компенсационный план вознаграждений признан номер один в индустрии. Кстати, у компании есть 3 патента на этот план вознаграждений. Он действительно является инновационным, и в этом компенсационном плане нет людей, которые работают и не зарабатывают. То есть здесь хорошие деньги идут и в начале, и в середине, и на топ-лидерских позициях. На сегодняшний момент компания уже в 2020 году заняла 35 место, до этого была на 59-м, то есть она уверенно двигается, как я и говорила, и на сегодняшний момент входит в топ-100 лучших компаний в мире и, соответственно, занимает с 2020 года 35 место. Компания признана и получает все более признаний, вознаграждений по всему миру в разных направлениях, и в направлении продукта, и в направлении руководства, в направлении инновационности, поддержки, более 200 наград. И этих наград становится с каждым месяцем все больше и больше. И, конечно же, что нам с тобой очень важно, это сколько мы здесь можем зарабатывать, по скольким источникам дохода. В компании 8 источников дохода, один другого дополняют. И сейчас давай посмотрим, как благодаря этим видам бонусов люди уже зарабатывают. Смотри, здесь ты видишь на этом слайде, что для того, чтобы выйти на доход в 2500 долларов, в среднем людям понадобилось 4, ну вот до 5 месяцев, 4,7. Это средняя статистика официальная от компании. Для того, чтобы выйти на доход более 6, да, ну возьмем 6 тысяч долларов, понадобилось около 8 месяцев этим людям по статистике компании. И давай обратим внимание на верхнюю строчку. Это, кстати, далеко не предел, который существует в компании, но для того, чтобы начать зарабатывать миллион долларов в год, людям понадобилось около 3,5 лет. Понятно, что это не гарантирующие цифры, которые гарантируют тебе какой-то доход фиксированный, но это статистика. И, соответственно, ты можешь взять ориентир, сфокусироваться, действовать и выходить на те результаты, которые интересны именно тебе. Теперь вкратце о возможностях, которые есть в компании. Компания Arix предоставляет комплексное решение. Что это означает? Это означает, что, став представителем компании, ты получаешь возможность пользоваться первоклассными продуктами для красоты, для спорта, для оздоровления, для, возможно, если необходимо, коррекции фигуры, и знать, что это действительно продукция премиум качества, и эту продукцию действительно хочется рекомендовать своим друзьям и близким. Это я могу сказать от чистого сердца. Компания Arix предоставляет первоклассное обучение. То есть здесь есть система бизнес-ориентации в бизнесе, пошаговое обучение сетевому, настоящему сетевому бизнесу. И в качестве наставника человек-гуру в сетевом бизнесе Team Sales, который являлся консультантом более 200 MLM-компаний. Это человек, который за первые 3 года вышел на доход в сетевом бизнесе на 65 тысяч долларов, стал миллионером и на протяжении 18 лет продолжал получать пассивный доход. А не за пассивным ли доходом ты пришел в интернет? То есть, чтобы выполнить работу один раз и после этого уйти на пенсию и получать пассивный доход. Это, кстати, за обучение компании еще и вознаграждает. Также, если у тебя есть мечты начать путешествовать, ты любишь путешествовать, то в компании Arix для тебя есть замечательное предложение выгодных путешествий со скидками до 75%. Конечно же, это высокодоходный бизнес на продуктах премиум-класса. И это еще и накопительная программа. То есть все мы знаем, что деньги нужно не только зарабатывать, а и сохранять и приумножать. Эта компания предусмотрела. И зная, что для людей очень сложно откладывать часть своего дохода, компания сделала просто шикарное предложение. И с того момента, когда ты зарабатываешь 250 долларов в неделю, компания дополнительно начисляет 15% к твоему чеку на твой накопительный счет. Деньги там копятся. И как только у тебя собирается 10 тысяч долларов, тебе компания эти деньги с удовольствием выплачивает, а ты уже можешь ими распорядиться
так, как считаешь нужным. То есть тебе не нужно отчислять часть денег для того, чтобы они накапливались. Также для лидеров компания сопровождает в направлении инвестиций. То есть, например, тебе интересна инвестиция в драгоценные металлы или в недвижимость. Тебя компания может в этих направлениях проконсультировать и сопроводить. Но это уже когда ты выходишь на хорошие результаты. И дополнительно еще и есть направление ювелирных украшений. То есть это направление, которое, ну вот, например, вот такое ювелирное украшение ты можешь приобретать со скидками до 80%. Есть огромный ассортимент, и по отдельному направлению Arix Diamonds ты можешь пользоваться еще и впустить, так сказать, блеск, шик, красоту в свою жизнь. Если сейчас ты чувствуешь, что эта информация тебе интересна, ты хочешь узнать информацию подробнее, то не жди. Используй контакты, которые есть после этого видео. Либо обратись к человеку, который передал тебе ссылку на это видео, задай вопросы и начни развиваться вместе с нами в устойчивых нишах, в перспективных нишах, в бизнесе вместе с компанией Arix. Я желаю тебе всего самого наилучшего. Будь здоров физически, финансово и духовно. Спасибо большое за внимание. С тобой на связи была Ольга Варабанова. До встречи в следующих полезных видео. Пока!